Звезды блога Хоменки Наталья Ищук и Александр Хоменко разводятся. Вас это покажется хреновой новостью, но когда мы пришли к этой новости, нам стало хорошо. Господа, мы достаточно взрослые, чтобы жениться, и достаточно взрослые, чтобы принимать решение, чтобы расстаться. Александр Хоменко и Наталья Ищук, известные в сети по каналу Хоменки, решили развестись. Супруги 5 лет прожили вместе, а в прошлом году на свет появилась их дочь Маша. Но даже рождение ребенка не смогло уберечь пару от расставания. Я начинаю разрываться и метаться. Мы начинаем ругаться, я уже плакала несколько раз. Это очень непросто. Влюбленные не стали скрывать этот факт от многомиллионной армии поклонников и опубликовали видеоролик, на котором честно рассказали о том, что навсегда останутся родными друг для друга людьми. Просто со временем их чувства угасли, поэтому теперь они пойдут разными дорогами. Эта новость сильно удивила поклонников, которые привыкли к тому, что пара живет и работает вместе уже много лет. Оба блогера добились больших успехов в своем деле. Так у Натальи почти 4 миллиона подписчиков, а у Александра более 1,5. Их ролики на собственном канале YouTube – сотни тысяч просмотров. Экс-супруги попросили поклонников не доставать их вопросами о том, что же произошло. «Мы будем работать вместе, появляться в Instagram Stories друг у друга. Поэтому не надо глупых вопросов, на которые мы все равно не хотим отвечать», – заявила Ищук. Поклонники в социальных сетях пишут трогательные посты и надеются, что ребята одумаются и сохранят семью. Нашлись и те, кто посчитал выступление Александра и Натальи пиаром. Якобы просмотры их видео резко упали. Поэтому таким образом они решили привлечь к себе внимание. Грустненько немного, честно. Я хочу, чтобы все были счастливы. Я уже тебя люблю. I love you too. А вы как думаете, это пиар или они действительно разводятся? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.